В рамках региональной недели депутат Госдумы Артем Туров провел встречу с молодежью Десногорска, молодыми атомщиками, членами молодежного совета, молодой гвардии и активистами города. Встреча прошла 3 февраля в местной приемной партии «Единая Россия» в Центральной библиотеке. Вот сегодняшняя встреча, мы просто на самом деле хотели поговорить, узнать, какие есть, может быть, вопросы, в том числе и к нам, по тем проблематикам, которые существуют, что, может быть, на ваш взгляд, необходимо выносить на какой-то федеральный уровень. В свете современных событий участники встречи уделили внимание общению в интернете. Сегодня социальные сети – это в том числе и мощный инструмент воздействия на общественность. При этом информация в интернете не всегда достоверна и может оказаться чьим-то пиар-ходом или рекламой. А так называемые хайповые новости – просто выдумкой. Технологии никуда не деть. Мы не возьмем, там, не закроем, там, я извиняюсь, ни ТикТок, ни Инстаграм, ни какие-то другие вещи, потому что ну, это уже современный мир, без этим надо уметь пользоваться в том числе. И вопрос в том, просто как это воспринимать. При этом в век цифровизации повышается актуальность волонтерского движения. Оно становится залогом и личностного роста, помогает в развитии коммуникативных навыков, мировоззрения, личной системы ценностей. И планируется, что такой жизненный опыт со временем сможет давать определенные привилегии. Твой вот этот социальный бэкграунд, который у тебя там выработан, например, там за школу или институт, что он будет храниться в ИАС-система вот «Молодежь России», которая будет интегрирована с госуслугами. Следующий свой визит в Десногорск Артем Туров планирует сделать весной нынешнего года.